Мы уже 15 лет проводим фестивали польского кино, каждый год в одно и то же время, это День города. И мы всегда привозили новые польские фильмы. Польша производит 40-50 фильмов в год. Это просто замечательно. У них замечательные фильмы, и мы отбираем всегда 7-8 фильмов. В этом году мы решили иначе. Мы совместили три юбилея. Юбилей города Одессы 220 лет. Второй юбилей 15 лет фестивалю, уже 15 лет мы проводим фестивали польского кино. И третье, самое главное, это гость фестиваля, известный, гениальный режиссер Кшиштоф Зануссі. Ему 75 лет, и мы празднуем юбилей. Юбилей будет 3 числа в 19 часов. Это будет удивительный юбилей, потому что его будут поздравлять коллеги, друзья, почитатели, гости. И вся ретроспектива, весь фестиваль – это его фильмы. 8 фильмов Кшиштофа Зануссі. У него 54 фильма. Я попытался отобрать 8 тех фильмов, которые не знают одесситы, которые мы не показывали в Одессе. Мы часто показывали фильмы Зануссі, это на фестивалях было раз в 3-4 года. Но вот такой подборки, которая получала призы на международных фестивалях, еще не было. Мы открываемся фильмом, это 3 сентября в 19 часов на юбилее «Сердце на ладони». Картина совместно Украина и Польша. В главной роли гениальный актер Богдан Ступка. И картина о двух человеках, который один хочет очень жить, а другой не хочет по глупости. И вот это противостояние, вот эта коллизия, она держит весь фильм. Он очень ироничный, он сатирический, он с буквальным бенефисом Богдана Ступки. Это кино Кшиштофа Зануссі. Затем еще 7 фильмов. Там вообще Кшиштоф Зануссі переносит на экран фундаментальные понятия человеческого бытия. Он может на киноязык перенести то, что никто не может. Это что? Совесть, вера, рождение, жизнь, смерть. У него это очень здорово выходит. И кинематографически, наверное, лучше, чем у других. У него в фильмах главный герой всегда проигрывает. Но он заостряет ту проблему, которая многих волнует. Фильмы не для каждого, я сразу говорю. Фильмы философские, фильмы проблемные. И фильмы, самое главное, требуют участия зрителя. Зритель должен смотреть фильм и спорить с фильмом, с зрителем, выходя из зала, какую-то дискуссию. Это кино художественное, очень художественное. С многими польскими великими актерами, таким как Майя Комаровская, Збігнєв Забасевич, Кристина Янда. Я называю звезд польского кино. Кто знает польское кино, то придет. Что интересно, что сам пан Кшиштоф 3 сентября в 19 часов в кинозале «Весельма» будет представлять «Сердце на ладони», будет юбиляром и сидеть на своем фирменном кресле Кшиштоф Зануссі, когда он снимает фильмы. Я думаю, что вот этот фестиваль польского кино, он даст одесситам не развлечение. Он даст фильмам, даст зрителям возможность окунуться в артхаусное, элитарное, экспериментальное кино, которое так редко бывает на экранах больших других кинотеатров. Все эти фильмы, 8 фильмов, будет показываться в очень интересном оригинальном варианте. Что такое оригинальный? Польский язык и русские субтитры. Это очень важно, чтобы услышать речь, чтобы нюансы всякие зритель видел. И фильмы, которые будут, повторяю, с 3 сентября по 10 сентября в кинозале «Юсинема» на 2 сеансах. В 19:00 и в 21:00. Это такое удобное время для всех.